Нам нужно быть добрыми, потому что это делает нас внутренне красивыми. Ничто так не делает человека красивым, как вот эта способность быть добрым без умысла. И некоторые добры из умысла, чтобы их там, как, к ним хорошо относились, или чтобы они смогли попасть в какую-то компанию, или чтобы про них говорили, там что-то такое. Но это все пустое. Это от страха, это от внутренней неуверенности. А вот если доброта идет и у вас изнутри, это делает вас красивыми. А мир таков, каковы наши доминанты. Если мы внутри красивые, то и мир вокруг нас тоже будет радовать красотой.